И снова здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова. И посмотрим мы с вами сегодня вот такой обзор. Итак, давайте начнем с наборов. Значит, чем примечательно, лежали больше месяца. Я, честно говоря, не каждый день перебираю отложки, хотя очень часто. Ну и тут, в общем, вот такая красота. 4200 рублей стоит комплект. Значит, примечателен чем? Вот такие, смотрите, серьги. Серьги идут без подложки. Колечко с подложечкой, колечко 19 размера, и вес одной серьги 10,6 грамма. Значит, смотрите, швензы — это серебрение от мастера Андрея Крамарева, швензы с незаниженным штифтом, но у меня есть серебряные швензы, так что если вдруг у кого-то неприятие, скажем, дней Зельбера с серебрением, я могу заменить на серебро. 500 рублей стоит пара швенз, не вопрос. Итак, 4200, еще 4200, шикарнейший набор, лежал в одной отложке. Посмотрите, какой шикарный набор, просто сказочный. Моховый агат, прозрачный, абсолютно прозрачные серьги, под стать им колечко. Так, вот так, наверное, вот так, вот. Вес одной серьги 4,5 грамма, то есть 4,05. Вот так, грамма, вес одной серьги, 18 размер колечка. Вот я его сейчас померяю, вам покажу, как на ручке. Вот, здорово, просто здорово. Швензы с заниженным штифтом немножечко, на любой прокол и на любую мочку. По швензам я уже рассказывала. Итак, 4200. И еще один. Вот такая красота. Значит, это не набор. Это серьги и кольцо. Камера показывает их гораздо темнее, чем они есть на самом деле. Вот такие просто роскошные серьги. Это апатиты. Вот так, с обратной стороны. И стоимость сережечек 3000 рублей. 9,6 грамма весит одна серьга. 9,6 грамма. Вот так. Петли длинные. Вот кто спрашивал, тоже лежал в отложке. И вот такая красота, смотрите. Это шикарнейшее вот такое кольцо под стать серьгам. Причем они выбирались вот как набор. Ну, шли они, конечно, отдельно. Так, сейчас я вам попробую показать. Вот он тут и играет, и переливается, и... Тут много чего, на самом деле, очень красивое кольцо. Ну вот, долго, очень лежало в отложке. Я понимаю, что я с каждым по отложке договариваюсь отдельно, потому что есть пенсионеры, есть... Ну, я все понимаю, но не по месяцу, это я точно могу сказать. Так. Значит, серьги стоят 3000 рублей, колечко стоит
1900 рублей. 19 размер. Итак, а наша замечательная планшетка. Поехали. Значит, верхний ряд составлен по вашим многочисленным просьбам. Показываю остатки агатов. Их осталось 3 штучки. 19 размер колечка. Очень высокий агат. Рисунок, конечно, объемный, полупрозрачный. И красота, конечно, еще и играет. Вы знаете, то есть вот если его... Вот, смотрите, смотрите. Еще и вот таким образом он играет. Вот он, вот. Вот так он меняет рисунок. Значит, 1600 рублей. Еще 1600. Посмотрите, какая фантастика. Вот так. Размер 18. Очень высокие камни. 1600 рублей. И еще один агат. Вот так. Так, с обратной стороны. И размер 18,5. 1600 рублей. Так, корнеолы. Что у меня? Агат, корнеол. Что осталось от них? Вот такие облака или волны, или... Вот кто что увидит. Обратная сторона, размер 18. 1900 рублей. Еще вот такой треугольник. Обратная сторона 18 размера. 1900 рублей. Еще. Рыженькие красавцы какие. Ай, красавцы. Смотрите, как интересно. Тоже меняют рисунок. Так, 19 размер. 1900. Еще. Вот так, обратная сторона. Так, большой размер. Какой конкретно? Ну, почти 20-й. Вот так. Смотрите, какое интересное. Давайте покажу со всех сторон. Вот. 1900 рублей. Почти 20 размер. Еще колечко. Еще фантастика. Обратная сторона. Размер 19,5. 1900. И последнее колечко с корнеолом. Вы знаете, вот оно кремового цвета. И оно не оранжевое, а розовое. Вот эта вот часть розовая, бежевая с розовым. Очень редкий цвет. Очень. Обратная сторона, размер 18. Вот так. Афиты. Разновидность. Змеевика обладает всеми качествами самого змеевика. Вот он. И плюс невероятной красотой, конечно. Так называемый грозовой афит. Размер 18,5. 1600 рублей. Еще афит. Невероятная красота. Благородный афит 19 размера. 1600 рублей. Камни полупрозрачные. Еще афит. Смотрите, покажу вам. Так. Вот он. Вот он. Видите? Камни прозрачные.
Так, размер 19. Красота. 1600. И еще просто сказочный овал. Обратная сторона. Так, 17 размер. Ну, 17,5. Вот так на ручке. Ну, так вот, чтобы из космоса. 1600 рублей. Есть у меня плисовый малахит. Вот я сейчас его вам попробую показать. Вот так, сейчас попробуем. Сейчас. Во! Вот, смотрите. Смотрите, малахит меняет узор на камне. Меняется узор. Смотрите, вот. Вот очень хорошо видно. Вот так. Стоимость 2000 рублей. Так, значит, размер 18,5. Очень стильное кольца. Еще малахит. Так, с обратной стороны не показала. Смотрите, кольцо, камень натуральный. Здесь тоже натуральный камень. Все три, посмотрите, все три камня натуральные. Так, сейчас тоже будем смотреть. Во, смотрите. Вот так, вот они. Вот он, вот, вот, как интересно. Вот такой плисовый малахит. Скажу вам честно, ни разу не видела им, чтобы вот так это было. 18,2 могу увеличить, могу уменьшить. 2000 рублей. И еще колечко. Так, смотрим. Тоже, смотрите, меняет. Вот он. Вот, вот так. Так, обратная сторона, размер 18. 2000 рублей стоят малахиты. Так, солнечник. Красота невероятная. Огромный, высокий камень. Вот такая подложечка. Подложка у нас черный серпентин. То бишь змеевик. Красота невероятная. Стоимость его 1900 рублей. Змеевик. Я уже показывала. Смотрите, с включения какие интересные. Вот так. Размер 19. Вот сказочный, просто обладает фантастическими свойствами, усиливает действие лекарственных препаратов. Поэтому все таблетницы и вот предметы, которые непосредственно связаны с хранением лекарств, шкатулочки, вот лекарственницы изготавливают из змеевика. Вот так. Показываю со всех сторон. Стоимость его 1200 рублей. Амазонит. Красота невероятная. И так играет, и вот так играет, и еще вот так. Смотрите. Обратная сторона. Размер 17,5. Стоимость амазонитов 1700 рублей. Сказочные камни. Еще амазонит. И еще фантастика вот такая. И вот так. Вот, вот, смотрите. Вот такое свечение. Так, 19 размер.
1700 рублей. Капля. Так, смотрим каплю. Вот она. Вот красавица. Тоже яркий камень. Камни роскошные, высоченные. Так, амазонит идет без подложки. Весь амазонит без подложки. У нас 1700 рублей. 19 размер. Вот такой раух сказочный. Или дымчатый кварц его еще называют. Двояко выпуклая линза. Размер 18,5. Смотрите, еще и с радужкой сбоку. Высоченный камень. Стоимость рауха 2000 рублей. Вот так, смотрите. Вот так. Так, покажу я вам уворовит в хромите. Вот такой зеленый гранат. Смотрите, вот они, прожилки уворовита. Обратная сторона. Камни натуральные. Так, стоимость 1500 рублей. Это Нейзельберг в серебрении от мастера Андрея Крамарева. И еще один вот такой воровит в хромите. Обратная сторона. Размер 19,5. Вот маленький 19,5 размер. Вот так. 1500 рублей. Фуксит с включением кианита. Размер 17,5. 1200 рублей. Два небольших фуксита у меня есть по 1400 рублей. Вот такой красавчик. Смотрите на ручки. И вот такой стильный треугольник. 19 размер, 1400 рублей. Так, кошачий глаз у меня задержался. Вот он. Значит, это кошачий глаз из кварцевых. Вот так. Размер 19, стоимость 1600 рублей. Красавец. Так, есть у меня апатиты. 1500 рублей. Вот такой красавец. Смотрите. Обратная сторона. Размер 18,2. 1500. Еще апатит, двойная шинка, 18,2 размер, 1500. Еще апатит, шинка одинарная, высокие камни. Так, размер 18,2. И два. Как-то так вот они одного размера оставались. Их было очень много. И вот такой треугольничек. Очень интересный. Обратная сторона. Размер 18,5. Вот так. 1500. Подвес малахит тоже лежал в отложке. Обратная сторона. Высокий, очень стильный, стоимость его 2200 рублей. И последний ряд, кахалонг брошь, 1700 рублей. Это Нейзельбер от Андрея Крамарева. Вот такой сказочный
цитрин. Смотрите. Размер 19. Стоимость 1900 рублей. Амитрин. Тоже сказка. Вот он. Вот они все играют. Размер большой. 19,5. 1900. Аметист. Нет, простите, аметрин. Вот он. Желтенький, смотрите. Высокий. Размер 19,5. 1900. Еще аметрин. Интересная форма. Размер 19,5. Ближе к 20-му. 1900. Вот такой маркиз. Полихромник. Обратная сторона. Размер 18. 1900. Тоже интересная форма. Смотрите, весь играет. Обратная сторона. Размер 18. 1900. Треугольничек. Аметист. Вот так. Тоже большой размер. 19,5. 1900. И еще треугольничек. Смотрите, красавец. Вот так. Размер 18,5. Очень красивые камни. 1900. И вот такой подвес. Аметист. Капля. 2000 рублей. Вот так. Прозрачный. Смотрите. Аметист. Натуральный, необлагороженный, 2000 рублей. И хочу закончить свой показ вот таким очень стильным подвесом лазурита от Андрея Крамарева. Вот так. И стоимость его 1700 рублей. На этом я хочу закончить свой сегодняшний показ. Будьте здоровы, берегите себя и ваших близких. С вами была Татьяна.